Так, это поселок Кабардинка, 14 июля 2024 года, время 20:09. Хочу показать очень маленькую, но симпатичную улочку, зажатую между улицей Даобской и Абрикосовой. Вот Даобская. Народу много. Вот, туда дальше тоже Даобская идет. Вот улица Приветливая. Мне она очень понравилась. Здесь такие ивы плакучие. Коротенькие совсем. Улица Приветливая. И название подобающее. Тут столовая есть. Сколько лет этой иве? Наверное, больше 100. Если, конечно, я не ошибаюсь, я никогда таких ив не видел. Гигантская просто. Ну вот. И дома здесь аккуратненькие, симпатичные. Очень маленькая, но аккуратная улица. О, смотрите, красота. Вот и вся Приветливая выходит на Т-образный перекресток. Это уже улица Абрикосовая.
здесь цепочки гостиниц, столовые, матрешка. Улица приветливая. Ну вот, собственно, все. Сейчас пройдусь в следующее видео, возможно, абрикосовый сниму.